Всем здравствуйте! Юлия Ковальчук сумела в очередной раз привлечь внимание публики. Звезда разместила в своем микроблоге ценный кадр, на котором нежно прижималась к дорогому человеку. Еще недавно поклонники считали пару 39-летней певицы и 41-летнего музыканта просто безупречной. Но, как выяснилось, ничто человеческое Юлии и Алексею не чуждо. Артисты признались, что сталкивались с серьезными испытаниями в семейной жизни. Пооткровенничать Ковальчук и Чумаков решились в одном из недавних интервью. Так, в ходе беседы певица заявила, они с избранником несколько раз даже находились на грани развода. К счастью, любовную лодку удалось спасти. На сегодняшний день парочка вновь полноценно наслаждается обществом друг друга, а также занята воспитанием единственной наследницы, 4-летней дочери Амелии. К слову, малышку поклонники ни разу не видели. Звездные родители предпочитают скрывать ребенка от посторонних глаз. А вот другими личными кадрами Ковальчук с удовольствием делится. Так, сегодня в микроблоге Юлии появилась довольно редкая фотография, на которой блондинка предстала с любимым мужчиной, отцом Олегом Александровичем. «С днем рождения, мой самый невероятный папуля!» — представила родственника артистка. Блондинка также оставила ссылку на личный микроблог своего папы. Из него становится ясно, что мужчина любит путешествовать, увлекается рыбалкой, а также закаляется, ныряя в прорубь. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.